Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Camry 2007 года выпуска с двигателем 2.4 автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим задние сайлентблоки передних нижних рычагов. Для этого сейчас поднимаем автомобиль, снимаем колеса и снимаем рычаги. Поднял автомобиль. Вот наш сайлентблок, который мы будем менять, задний. Для этого нам надо снять целиком рычаг. Все бы ничего, но здесь подушка передняя, боковые, они стоят на подрамнике. И они закрывают болт, передний болт переднего сайлентблока. Чтобы нам этот болт открутить, нам надо будет убирать эту подушку. Для этого мы ее откручиваем снизу, три гайки. И сверху одна гайка. Потом мы поддомкратим двигатель и уберем эту подушку. Тогда нам будет уже удобно открутить этот болт. Также мы открутим три гайки на шаровой опоре снизу. И откручиваем вот этот болт. Для начала мы сейчас его ВД-шкой зальем сверху. И побрызгаем вот эти болты, которые у нас. Здесь ключик на 19. Все, пошел он нормально. А что пошел нормально? Мы сразу его откручиваем. Сверху гайка. Два болта и гайка на шаровой опоре у нас на 17. Только здесь наоборот две гайки и один болт. Ну все, добираемся до нашей подушки. Снимаем вот этот пыльник. Сейчас машину чуть-чуть пониже опущу. Пыльничья головка здесь на 10.
снимать. Мы его полностью не будем, он нам не мешает. Там внутри под локером клипса держит его. Откручиваем верхнюю гайку подушки на 19. Снимаем вот эту заглушку, под ней тоже находится гайка. Головки здесь на 17. Все, подушку мы полностью открутили. Теперь берем, поддомкрачиваем двигатель. Прикипело. По идее, верхняя шпилька должна выкручиваться для удобства съема, но она прикипела очень хорошо. Все, подушку отсняли, и видно наш болт, из-за которого мы проводили всю эту операцию. Болт также здесь, по-моему, на 22. Да, болт на 22. Такой здоровый болт. Ну и второй откручиваем. Вот второй болт. Все.
Все, рычаг у нас свободен. Теперь нам остается его только снять с шаровой опоры. Отодвигаем и вытаскиваем задний болт. Все, выпрессовываем этот сайлентблок и запрессовываем новый. Здесь он, вот он, разорванный, и вот здесь вот наполовину уже оторванный. Этот сайлентблок еще у нас походит. Выпрессовываем старый сайлентблок с помощью вот таких оправок. Это у меня получается размер 74 на 64, внутренний на 64, а это у меня 58-48. Ставлю сайлентблок. Брызгаю сюда ВД-шки. И давлю. Вот так она начинает сходить с грохотом. Посадочное поле, смазываем его, осмаживаем, наверное, силиконовой смазкой. И сайлентблок тоже. Здесь я пометочки делал вот для этих мест, чтобы поставить сайлентблок вот так вот по меткам. И запрессовываем его. Так, а мы сделаем по-другому. У меня диаметр просто подходит плотненько.
Мы вот так вот сделаем. Все, запрессовали. Равномерно с двух сторон. Теперь идем устанавливаем. Мажем резьбы под эти большие болты. И устанавливаем рычаг, заводим его. Так, смазал еще эти болты, наживляем их сразу. И вставляем задний болт в сайлентблок. Так. Так, и наживляем нашу шаровую. Эти болты я все наживил. Протягиваем. Все наживили, затягиваем теперь. Все, сайлентблок я затянул. На подушке я смазал резьбы. Устанавливаем подушку. Здесь вот трубка идет. Она немножко мешает заднюю опору завести. Завели. А теперь потихонечку опускаем двигатель. Все. Двигатель у нас лег на опору.
Теперь мы затягиваем все эти гайки. Ставим заглушечку и устанавливаем на место пыльничек вот этот. Так, эти резьбы тоже помажу. Все туго выходит. Все, сайлентблок мы задний заменили. Теперь аналогичным образом мы меняем сайлентблок с другой стороны, с левой, потому что здесь такая же опора, вот она, которая у нас закрывает болт передний сайлентблока. Точно так же. Откручиваем, поддомкрачиваем и вытаскиваем опору. Выкручиваем болт. Выпрессовываем. Все то же самое. На этом все. Всего вам доброго.